Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а это 10-я серия Crysis Remastered. Мы продолжаем. У нас тут появилась классная пушечка против инопришленцев. Нужно нам, значит, по заданию спасти Елену. Но перед этим мы должны проследовать к месту крушения. Быстрее! Капец, она так... Их тут целая куча. Она так тихо прям пукает. Какого хрена ты такой плотный? Эй, давай! Ну! Взрывайся, Алёша! Заберите меня отсюда! Я застряла! Пилот мёртв! Снаружи что-то есть! Давай, дома, шевелись! А чё я не двигаюсь? А что со мной случилось? Где он? Чё, игра зависла? Серьезно? Смотрите, я не иду и я не... Ага. Хорошо. Максимум брони. Я прыгать даже не могу. А если я оружие поменяю? Ну, все, нормально. Надо было оружие поменять. Дверь не открывается. Пахнет горючим. Прошу вас, вытащите меня отсюда. Открой меня, а я попробую освободить. Я с удовольствием, пророк. Я не могу! Блин, вы умрете или нет? Они не взрываются! Есть! Один наконец-то отлетел. Рай. Елена-то в норме. А я нет. Прошу вас, вытащите меня отсюда. Держись. Я с удовольствием, пророк. Только вот куколка, блин, это не рабочая. А ты чё стоишь? Чего они просто стоят? Максимум брони. Я опять не могу ходить. Чё за багулины? Ёбаная игра. А где оружие? Я прикрываю! Где эта гнида? Есть. Еще один. Последний, наконец-то! Блин, дурацкое место, тупо стоишь как дурак. Вы вообще закончите сегодня или нет? Дайте я хоть с одной стороны зашкерюсь. Да умри уже! Хищник, стойте там! Ваш район уже отправлен в борт! Я не понимаю, почему я иногда бегать не могу. Вот же, все нормально. Сюда! Я бегаю. Лиз!
и прыгаю с этим оружием. Все нормально, все хорошо. Тащи ее на борт, мы прикроем. Тащи гражданскую на борт, времени мало. А я... Достаточно и на... Не подпускай ко мне этих тварей! Пророк, иди с ней. Я останусь прикрывать вас. Нет. До встречи на корабле Нова. Удачи. Я хочу с вами. Why? Why, why, why? Не подпускай их, мы улетаем! А где они? Сукин сын, что это за тварь? Не сдавать позиции! Навар, мы покидаем остров! Бегом в пункт эвакуации, не вздумай умереть по дороге! Данные из твоего костюма для нас слишком ценны! Судя по всему... Мне надо просто валить. Эта дрянь будет меня преследовать. Не получается! Мы не справимся! Конечно, назад, вы видели назад. Эту махину? Я даже убегаю, и вы должны убегать. Чё там? Чё там? Намат, времени нет! Мы долго не продержимся! Беги сюда, быстро! Я бегу как только можно, ребята. О, ляхушки-клакушки, мои подружки. Квак-квак. Отступать! Так отступать или нет? Черт, мы не справляемся! Достаточно. Огонь! Огонь! Я на базе. Приказ Стрикленда. Я поняла. Отбиваемся. Кап. Вот так вот, вот так вот. Есть. Вот так вот. Один на один. Чего она не взрывается? Вот так вот, один. Есть. Жарю. Они такие прям самоуверенные инопланетяне. Приближаюсь к точке эвакуации. Тут еще слишком жарко, но могу приземлиться. Набрать воздух! К зенитке, живо! Прикрой нас! Это Гриф 14, заходим на посадку. Приготовьтесь к эвакуации. А он сдохнет вообще или нет? Покидаем остров для перегруппировки. А его можно убить? Или ему вообще бог? Он умрет или нет? О, можно использовать базуку. Он сдохнет или нет? Мне зря что-то поставили. Я хочу его замочить. Сейчас, подождите. Это твой единственный шанс, Наман. Ладно. Бегу. Недостаточно энергии. Давайте сюда. Все, я на базе. А потому что надо было его сначала уничтожить. Имя генерала Паттона, что это? Улетает сюда. О, Стрикленд! Это моя добыча! А как же дурак? Я морпех, сынок!
Я по воде пройду, если надо. Ты делай дело. Ну, дурак, он в кепке на военном задании. Ну, давай, постой, мы перегружены. Как он может собой отвлечь? Думаю, справимся. О, нет. Блин, ну Стриг, он, конечно, козёл, но он такой самоотверженный. Ты орёшь, я тебя замочу, я тебя замочу. Я отомщу тебя за всех. Махина ты грёбаная. Держите шляпы, господа. Сейчас будет весело. Ситуация полное дерьмо. Впереди несколько летучих гадов, да еще и погода не к чёрту. Куда веселее? Проклятие, мы под обстрелом! Ну, это чел, который напугал меня на шестах. Держись! Пилот ранен, откройте кабину! Блин, а как пророк выжил? Нам не объясняли. Класс. Пилот мертв. Быстрее туда, лейтенант, мы падаем! Кто я? Тяни, тяни! Гриф 1-4, это командир, как слышно? Командир, это дома. Слышно хорошо. Пилот убит, возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот. Жду указаний. Понял. У тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. Мы эвакуируем всех на Конституцию. Так, на видишь своих снижение. Впереди? Так точно. Вот иди к ним. Они выведут тебя из долины. Держись с нами, Номад. Тут в лагере хорошо. Прямо по курсу наши морпехи ведут бой. Хорошо, забирай хорошо. Их. Конвой в воздухе идет к вам. Дополнительно расчетное нужно время 5 минут. Понял. С перемещение вперед. Ну, как бы я поняла. Можно чуть-чуть спуститься. То я прям высоко-высоко. Номад, зайди сверху и прикрой взлет. Понял. Впереди противник. Номад, в атаку. Так мы приземлились. Номад, прикрой нас, пока мы грузим раненых. Я вообще попаду? Командир, все готово, можем взлетать. Номад, зачисти район. Чем скорее они взлетят, тем лучше. Отбой. Понял. Есть. Ну, вот так вот. Из-за того, что они практически... Нет! Не падай. Отлично, Номад. Ты талант, все чисто. Внимание, да все Номад. Чисто, продолжайте взлет. Номад, иди за ними. Отлично, Номад. В 2 километрах лечу, есть лечу. Еще один пункт эвакуации. Давай, Номад, за нами. Вот, Номад. Не Номад. I'm Номад. Приготовься, на погода портится. Сфера расширяется. Левее, Номад. Держись подальше от льда. Хорошо, так я еще до вас не этот... Не долетела. О, летать на самолетах и других летающих транспортах. 1-8, это 6-5. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Все после вот, пятой этажки. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял. Эй, чё я падаю? Чё я падаю? Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Я в вихрь попала какой-то. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Командир, нужно доставить корейский... 1-8. Чего произошло? Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. Держись левее. 3 километра на восток. Ну я держусь. Вот так вот. И здесь левее получается, правильно? Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Осторожно. Держись, Гриф, я иду. Ты меня опять Номад, затянет. Прикрой взлет. Отбой. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нет. нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Заходите на посадку. Отпусти для погрузки. Меня, пожалуйста, Номад, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас.
Тогда я уже умру нормально. Я двигаться не могу. Может, на патрончиках своих подлечу. Ебать, что происходит? Давай урон 100, давай. Бляха-муха, как пролететь эти супервихри? 1-8, это 6-5. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял. Не знаю, как-то... Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой. Я опять умерла? Отбой. Вас понял, командир. 1-8, это 6-5. Бля. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь вот к следующему вихрь. Пункту эвакуации. Вот один вихрь, я его вроде бы пролетела. 3 километра на восток. Понял. Уже хорошо. Блядь, нет. Вот тут еще. 3 километра Номад, на восток. В долине идет эвакуация. Прикрой слышу, с воздуха. Я подняться отбой. Не могу. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Ну, вроде я прикрой лечу. Прикрой слет. Отбой. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Пролетаю? Заходите на посадку для погрузки. Номад, да, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас. Дайте я хоть долечу до вас. Ура, контрольная точка. Тут будут еще супервихры. Будь осторожен. И Катя прямо в вихрь. Я осторожна, как никогда. Эй! Есть. Один откис. А, нет. А, это еще один, скорее всего. Один откис. Есть. Со всех сторон. Есть. Блин. Тоже взлетаю. Возвращаемся. Я на тоже взлетаю. Внимание всем! Мы за вами? Впереди по дороге колонна наших. Ведут бой. Помогите им, но помните, приоритет вернуться на авианосец. Будьте осторожны. Отбой. А куда вас мне? Понял, мне за командир. Ними? Тут полно противников, но мы попробуем помочь. Можно я уже по основной миссии поеду? У меня, блин, 85... А, урон чуть-чуть снижается постепенно, да. Хорошо. Черт, они слишком быстрые. Уже успели окружить колонну. Наши ребята там еле держатся. Черт, колонне конец. Мы им уже не поможем. Нужно выбираться отсюда. Командир, колонна уничтожена. Возвращаемся на базу. Разрешаю. Выбирайтесь отсюда, почему пока можете. Почему этот самолет медленно мы летит? Мы возвращаемся на базу. Давай за нами, мы тебя выведем. Проследуйте за конвоем. А где они? Я их чуть не вижу. О. Самое главное, не попасть в этот турбовихрь. Оу, щиш! Черт, их там на части рвут. О, черт! Бедняги. Мы им ничем не поможем. Надо выбираться с этого чертового острова. А можно я просто пролечу? Нет, я сейчас умру. Поверить не могу, что мы выбрались. Молодец, Ломас.
Идем в строю 19 километров от 1.09. Есть? Надо добавить. О, урон 41, нормально. Черт, их там на части рвут. О, черт! Бедняги! Меня на части рвут! Мы ничем не поможем. Надо выбираться с этого чертового острова. Хорошо, хоть тут патроны не заканчиваются. Поверить не могу, что мы выбрались. Молодец, Номад! Идем в строю 19 Есть? Километров от 1.09. Надо добраться туда живыми, ребята. Фух. Ты что, живой? Я думала, ты помер. Вот и помер. Что там, дед Максим? Была такая песня. Много лет назад. Так, этот заход получше. Попади уже! Один остался. Сука, ты не сдох? Блин, ну это нудятина, конечно. Вот это летать на самолете и... по несколько противников, то, что они закидывают. Мне такое не нравится. Просто в пространстве тяжело ориентироваться. Пол игры пробегал, на танке то вообще хана была. Танкист из меня никудышни. Ну вот опять. Да? Кого-то я попаду. Есть. Падла, я не хочу на чекпоинт. Все. Давай. Надо поближе. Когда поближе подлетаешь, больше урона наносится. Так, это наши. Это не наши. Чего не решили планету захватить? Нам об этом расскажут или нет? Все, ладно, там за мной еще один остался, но он вроде бы не летит. Давай, Номад. Говорит, я хоть и не пилот, отлично, но я полечу. Отлично, Номад! Авианосец 12 километров, все чисто, домой, ребята! Номад, как слышно? Мы на авианосце, здесь пророка Елена, где ты? Понял всех. Я а, блин, я сказала, что на шута похож, а вообще псих у нас, а не шут. У меня небольшой сувенир. Чел, который в самолете был, похож на психа. А вот он и появился как раз. Ура! Миссия с самолетом завершена. Ура, ура. Ой, какой красивый. Можно прям на превьюшку. Ну. ОБС что-то последнее время, хоть и он часто обновляется, но то какая-то... я, получается, двумя дорожками записываю. Отдельно... играй микрофон. Ну и как я вам? И вот в микрофоне еще какая-то рябь. Ты молодец. Вот этот похож был на психа. Или на звуки с игры тоже какие-то лишние звуки, которых не слышно, но они отображаются. Слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Ты тоже жива. Эй, Номад! Полюбуйся на этого урода! Да. А он хоть в отключке? Вы его точно убили? Эй!
Осторожно! У него вроде были черные волосы, чего у него белые стали? Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Чего на него наехали? Что за черт? А, он же ж от электричества этот питается. Дебилы. Красивые. Сказал он дохлый. Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких вот генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых. У тебя были черные волосы, могу Елена. Могу раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Иди, увидимся позже. А вы что, голубки? Увидимся позже. Для чего? Вперед! Адмирал тебя ждет! А этот? Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где Патрики. Пророк рехнулся. С ним явно что-то не так. Похоже, из-за того, что он побывал... А ну перестаньте разговаривать. Он хочет вернуться на этот остров. Превьюшка. Елена говорит, что разобралась, как эти твари общаются. Электрическими сигналами какими-то. Она вроде придумала какой-то сигнал, от которого у них все перегорает. Ты с кем разговариваешь? Из этого выйдет, но кто знает. Меня сюда. Пройдите в техчасть. Лейтенант Ланфорд, пройдите в техчасть. Я тут. Ничего, как Лексингтон атакован. Мы ближайшие к нему. Вся авиация да? с него летит к нам. Ладно, в Японии уже вышло госпитальное судно. Но пока она дойдет, нам нужно что-то делать. Нужен медицинский блок. Складе, живо! Честь, сэр. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Ща. Она вместе со мной. Эй, спецназ, а ты правда был внутри этой штуки? Да. Да. Поговорим еще, а что-то ножку подняла, а? Свиданичайте? А куда мне? Куда мне идти? Пойду поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Кстати, да, как пророк выжил? Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Да что ты? Ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва интересно, мы решили, от что это атомные они... взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня вот назад вот. Был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут? Да, и решили напасть. Неважно кто, неважно откуда, действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр, нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. Да, все возможно. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр. Только что ну, типикал развязка сюжета. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Отстаньте, мы кинем бомбу. Я нам не вооружение. Нужны никакие доказательства. Позовите и информация. Меня, когда все закончится. Мы просто бахнем ее туда, приказ, и лейтенант. Мы победим. Ты же старый, сейчас получишь. С
Всегда нужно вопрос изучить со всех... Уходи отсюда! Да пошел ты! Он, наверное, ждет вас. Хорошо. В общем, всегда нужно вопрос изучить со всех сторон. Ищите оружейную? Тем более, когда дело... Хорошо, использовать. А выпить я не могу. Выпить-то! Все! Что это у вас такие за автоматы не бесконечные? Так вот, дело касается, когда инопланетян. Я слышал о ребятах Кигана. Это все жестко. Да. Это новый вид жизни, неизученный. Он может быть каким-то супер-дупер. Говорят, что вы были просто неубиваемым. Да, нано-костюмы впечатляют. Угу. Спасибо. Каждый мне будет давать какой-то комментарий, когда я буду проходить мимо. Проверку. Похоже, это какой-то аккумулятор. Никогда с таким не сталкивался. Можно только догадываться, как тот парень его включил. Это пророк? А вы что, молчать будете? Не, ну ты молодец, а ты? Молчу. Что такое? Здороваться надо уже. Номат, ты живой. Да, и ты живой. Ты живешь? Садись, приятель. Стойте, я так превьюшка. Я не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю... Давайте, переставайте разговаривать, и мы сделаем превьюшечку. У меня уже столько вариантов превьюшки. Даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я да. Я направил спыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номад. Мне сказали, вы можете. Я кое-что вспомнила, еще когда давным-давно проходила игру. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Садись, а, с меня? Он, по-моему, у кого-то забрал костюм. Сажусь. Сейчас я как током шибанет. Что-то сейчас произойдет, 100%. А кровь брать не будете? Страшно. Эй, босс, куда это ты? Кончать со да. Этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Хрена себе ты борзый. А, ну они же из разных этих структур. Да, они друг другу не указ. Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. А может вы мной займетесь, а не будете общаться, пока я сижу на стуле? Думаю, можно. Сейчас посмотрим как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. Все довольно просто, ребята. Все довольно просто. Что именно они со мной делают? За 4 сколько там миллиарда верна, световых лет отправить смс. Ты станешь ходячим оружием против пришельцев. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Мне шокером фигачит. Доктор, горизонтально, мостик, быстро. Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Я всегда готов. Красавица. Такие редко идут в науку. Так она еще не ушла, что ты ее обсуждаешь. А, вот и она. Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Что это? Тактическое атомное. Дайте мне. Разработано специально под нанокости. Опытный образец, еще даже не стоит. Он хоть нормально стреляет, мне понравится. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Угу. Чего они только не придут. Ты будешь со мной что-то делать или нет? Нет. Так, думаю, все готово. Пофанились немножечко, давайте к делу перейдем. Справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Да он по морде хочет получить. Все, идем. А можно я возьму себе вот эту вот лялечку? Блин, а как мы выглядим?
Я в шлеме, а все остальные без шлема ходят. Мостик, лейтенант. Моррисон ждет. Отвали. Я сама решу, что мне делать. Этот Стрикланд вообще в кепке был на военных действиях. Еще взорвется. Спокойно, я знаю, что делаю. Все были без шлемов, без ничего. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. Угу. Ой, а кофе можно выпить? Эх. Мы серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена. Но данные, собранные нашим спецназом, а он же ж тут был. Ты куда бежишь? Так не спеша. Когда хочется в туалет, но не сильно. И ты вот так вот бежишь. Вот так вот. Или когда уже ходил в туалет. А ты куда? Ты меня ведешь? Ты меня ведешь, да? Чел, да ты чел. Хорош, мега хорош. Слыхал его? Вот так вот. Пройдите на мостик, сэр. Полюбуйтесь фейерверком. А, ты бежишь смотреть фейерверк. Сюда, сейчас как бахнет. Адмирал ждет вас. Спасибо. Меня вот провел этот молодой человек. Неспешным просто сэр. Бегом. Сэр. Yes, сэр. Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Сейчас все пойдет майор не по плану. Бернс. Что он делает? Сэр. Поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. А майор это пророк? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если это мы действуем по их указке? Ой, переводчица. Нет времени на «что если», доктор. Пентагон женщина озвучивала Лару Крофт. Ядерный удар. У меня приказ. Конституция, так захотелось в Лару Крофт поиграть. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер один. Прием. Готово, сэр. Ну, а сейчас они включат. Адмирал, вы сможете с этим жить? Давит на него, давит, смотрите. Продолжайте пуск. Есть, сэр. Мародер один, это Конституция штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял. Что вы правы. Вы, я и остальная планета. Да все уже идет не по плану. Вообще этот самолет вообще, по-моему, не долетит. О, щит. Сейчас как такой гигантский инопланетянин вылезет. Как они? Я всегда хочу гидроцефалиты назвать, или гидроцефалы. Помню... А, не цефы, точно. Ц. Помню, там есть Ц. Но они еще хуже сделали. Тосфера расширяется. Да, они прибавили им силы, и теперь они, блин, вообще всю планету захватят. Молодец, старый. Деган, блин. Что еще? Ю-ху! Думаю, мы сейчас все заморозятся. Сейчас все заморозятся. Приближается группа целей. 8. Нет, 12. О, черт. Да все. Давайте мне сохраняшечку, ребята. Будем заканчивать. Давайте, давайте. Пожарную бригаду! Живо! Да это тебя не спасет. Отставить, Номад! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Выходи и сражайся, солдат! Мы не можем отступить! Ты выходи, сражайся! Это ты принял это решение! Ля, руки за спину заставил и стоит! Сука! Я его ударить не могу! Ну, падла, дед, блин! Выбьем мы дверь и пойдем разбираться с цефами уже в следующей серии, ребятки. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.